Сегодня в Инстаграме Первого областного стартовал марафон. Точнее, марафон в квадрате. Не спортивный, а фотографический. Впрочем, побегать его участникам тоже придется. За красивыми кадрами. Цель марафонцев не просто получить призы, а стать соавторами нашей фирменной инста-выставки «Первый в квадрате 2.0». Бета-версия этой экспозиции была презентована зимой этого года и экспонировалась в ОГУ имени Тургенева, а затем и в мэрии Орла. В инста-выставку мы собрали лучшие фотографии из Инстаграма Первого областного. Еще в день открытия первой инста-выставки мы говорили, что пригласим поучаствовать в ней всех жителей города Орла. Но мы решили, что будет весело, если мы устроим из этого игру для наших инстаграм-подписчиков, такой квест. Правила этой игры очень простые. В течение недели в аккаунте Первого областного будут появляться задания для наших участников. В первый день оно стало таким – сфотографировать на улице любого зверя или птицу. Фото надо опубликовать в ленте на своей странице, поставить хэштег «Марафон в квадрате» и упоминание нашего аккаунта. Первые участники уже выложили свои снимки, но правила у нас не строгие, и присоединиться к «Марафону в квадрате» можно в любой день.